начался роман «Золотой теленок», и Остап Бендер там говорит в конце самого романа, говорит: «Войдем, – печально сказал Остап, – там, во всяком случае, прохладно. И вообще посещение музея входит в программу путешествующих врачей-общественников». Вот с этой фразы, собственно, все и началось. Это было лет 25 мне в этот момент. Значит, ну тогда еще у нас была советская власть, и Бендер не Павка Корчагин, это было понятно. И была такая идея фикс, с которой я носился, как куры с яйцом. Ну вот, такая лакмусовая бумажка. Я так проверял первый тёчин, мой ли это человек. Потом, значит, пришел новый коллега устраиваться на работу. Ну, там, через неделю, через две, что-то мы за чаем. Ну, обычно девчонки поднимали вопрос: «Анатолий Васильевич, что-нибудь новенькое накопали?» А я, значит, в этот момент как раз нашел в старой книге любимую книгу Сесуаля Лоханкина «Мужчина и женщина». И когда я туда пришел, увидел ее, я, значит, стоила 90 рублей. Это по тем ценам, когда я сам 90 рублей получал. И тогда я, значит, ну, понимаю, что я купить не могу. Говорю: «Оставьте книгу». Я отложил ее. Ну, не могу купить. И решил, что я займу у кого-нибудь и приду, значит, на следующий день и куплю. Ну, и когда на следующий день появился, книги уже не было. И вот это расстроенное чувство, видимо, заметили мои дамы. Вот, и, значит: «Анатолий Васильевич, что-нибудь новенькое накопали?» Такой вопрос возник. Значит, ну, я, видимо, что-то вот подобное находке, которую не удалось купить, рассказываю. А этот новый коллега очень вроде не понял, что к чему, и, значит, потом уже говорит: «Попили чай», он говорит: «Давайте выйдем, покурим». «Вы курите?» Я говорю: «Да нет, не курю». Ну, я так и понял, будет сейчас задавать вопрос. Ну, и когда он меня все-таки спросил, что это такое, о чем мы говорили, я ему рассказал, что вот у меня есть идея создать музей Остапа Бендера. Вот. Он аж под потолок, значит, от счастья. «Ой, какая идея, какая идея!» Вот он очень мне многое помог, то в смысле как, теоретически, конечно. Потому что потом он уехал в Штаты жить, и сейчас вся семья его в Бостоне, вот, или под Бостоном. Ну вот. И, в общем, в 95-м году я открыл музей, это был мой гараж. Вот, и было там всего 8 метров, значит. К гаражу примыкала одной стенкой, значит, комната, которая была завалена там стертыми покрышками, с каким-то разобранным ждановским шкафом. В общем, стертая метла, одним словом, ужас. Вот. И остается, я вдруг понимаю, что остается 20 дней до 95-летия Бендера. Эту, значит, дату рождения Бендера рассчитал ученик Павла Глобы, Авестийская школа астрологии, Яков Миронович Учитель. Ну вот, и, значит, получилось, что Бендер родился 25 июля 1900 года, 20 часов 15 минут по Гринвичу. Это была среда в городе Одессе. Ну, о том, что, значит, он побывал в Питере, мне удалось, наверное, одному из всех это найти в этой диалоге. Вот. Притом найти не только, ну, скажем так, 28 моментов, каждый из них поддерживаемый цитатой. Ну, чтобы не быть голословным, я поясню, что это такое, как это я, значит, говорю об этом. Можно сказать вот такой пример. В 12 стульях во время разговора Остапа и Кисы, значит, авторы дальше пишут: «Грудь Ипполита Матвеевича выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде». Ну, ничего тут, собственно, объяснять-то не нужно, потому что все прямым текстом сказано. Ну, есть и, конечно, закрытые моменты. Ну, например, появление Бендера в первом романе и даже появление во втором. Все это происходит, как я считаю, на фоне нашего города. Вот смотрите, в половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмарок и Старгард, ну и так дальше. Ну, так вот, человек-то вошел с северо-запада, а столица северо-запада, российский северо-запад имеется в виду, является наш город. Ну, вот. Или из подвала било холодом, а то донесло винным кислым запахом. Вероятно, там хранился картофель. «Храм Спаса на картошке», – произнес молодой человек. Это был Остап. Значит, храм на крови – это вот как раз в народе так и будет. Кстати, эту дивную шутку подарил Ильфу и Петрову
небезызвестный Михаил Михайлович Зощенко, он там как раз на набережной канала проживал. Вот, и, значит, они довольно неплохо дружили, но, к сожалению, ни та, ни другая сторона не оставили, мне кажется, никаких воспоминаний об этом. Третий человек об этом это наблюдал. И, значит, ну вот, в общем, музей пополняется, по сути, ну не могу сказать, что весь из подарков. Конечно, что-то я сделал сам, что-то купилось, что-то нашлось, ну и так дальше. Но вот, но есть и вещи, которые приносят. И приносят со словами, я говорю, а что, я не могу это купить, это слишком дорого для меня. Что вы, так еще удивленно и возмущенно, что вы, мы вам это дарим. Вот. Ну и вроде как так можно не подарить эту вещь и так далее. Ну, в общем, сейчас около 333 предметов, которые окружают Бендера и его коллег в двух нам известных романах. Ну, вот. Я же здесь рассказываю о кухне писателей. Ну, например, что в этом году, например, исполнилось 90 лет 12 стульям. Ну, вот, и вы как раз еще вписываетесь в эту дату, потому что роман печатался с января по июль. Вот. Можно сказать, что мы как раз делаем с вами этот фильм под 90-летие 12 стульев.